Добрый день, друзья. Продолжаю тут немножечко собирать урожай. И смотрю, вот что у меня томатики, помните, повредились. Вот как бы они, кустик надломился. Но тем не менее, видите, вот он созревает. Все в порядке. Так что не спешите удалять или там что-то трогать. Пусть своим каким-то естественным путем пытается дозревать. На улице уже тоже созревают томаты. До этого собирала только в теплице. Ну вот уже несколько дней на улице. Уже огромные такие вызрели. Но это все то, что у нас в укрытии. Видите, хорошие помидоры. Очень крупные. Никогда у меня на улице таких, честно скажу, вот как бы неповрежденных особо не было. Но все-таки есть, вот, знаете, один момент, вот я сейчас достану, самые крупные тут, о, спрятались у меня. Надо сейчас собрать все это. Хорошие помидоры. Ой, но был момент один, который я здесь уже отметила. Вот эти томаты, которые у меня высажены, помните, да? Вот они неплохие, крупные, замечательные. Но на улице все-таки вот лучше, когда они в укрытии. Потому что один вот был у меня так полностью, он прям сварился и спекся. Все-таки вот эта сторона, она не закрыта. Вот с этой стороны они закрыты от солнышка, видите? Здесь они внутри в укрытии. А с той стороны вот они находятся прям на солнышке. И там был такой момент, что он буквально вот, ну, испекся. Помидорчик. Поэтому в холодок сажайте где-то под деревьями. Я вот была у соседей недавно. Там как бы с двух сторон у них деревья, посредине две грядочки или три помидор. Тоже хорошие такие, просто замечательные. Более-менее так затенены они. Так что в тени им получше. Вот хороший помидорчик. Вот надо его снять, но, видите, видимо, чрезмерно полила его. Немножечко он треснул. Так, сейчас пойду возьму ведро. Буду опять собирать все. Так, и в теплице все у нас неплохо. Вот Иваныч наш, смотрите, какой крупный. Ну, тоже не выдерживает. Все у меня ложится. Я здесь уже тоже говорила, да? Буду собирать. Сейчас уже не буду показывать. Видно, что много все время у нас. Слава Богу, помидоры идут. Как-то на днях я 3 дня не собирала. 20 килограмм собрала. Так что с помидорчиками пока. Слава Богу, мы... Перец наш уже краснеет, видите, да? Наш гигант краснеет. Хорошо, потом увидим, какой он будет у нас. Так, и в саду я собрала немножечко яблок. Сейчас компотик, наверное, закрою. Абрикосы. Но абрикосы, смотрите, это вот повреждает осы. Сразу повреждают буквально на веточках. Я сегодня это дело обнаружила. Так что абрикос у нас не очень много будет. Ну, а луча нормально еще соберу, наверное, несколько раз. Сейчас закроем компотик мы. Хотела еще вам показать такую интересную вещь. Вот это унаби, видите, да? Я показывала уже, как он цветет, это дерево. Вот и очень интересная вещь. До сих пор цветет. Некоторые, вот смотрите, еще есть цветы у нас. Это июль месяц у нас, 23 число. И вот уже плоды формирует. Ну, вот так он, наверное, постепенно и будет созревать. Вот такие плоды формируют унаби. Потом они будут крупнее и будут коричневого цвета у нас. Еще, друзья, смотрите, какой кабачок у меня тут на днях. Я его где-то упустила. И вот такой огромный вырос. Я даже не знаю, сколько он, сантиметров 35, наверное, длиной. Вот. Кабачки эти, вот, которые перерастают, конечно, курочки будут кушать. Ну, из этого семена соберем. Ну, а это собирали вот еще, чтобы покушать. А лук еще собрали мы. Лук, ну, разный такой, знаете, мелковатый есть. Тут чеснок чуть-чуть попал. И так, более-менее. Ну, мы уже кушаем его вовсю. Не очень много посадили. Поэтому лук у нас так в этом году средненько вышел. Сейчас еще покажу. Ну, кабачки идут до сих пор неплохо еще, слава Богу. Это я вот храню здесь. В таком местечке, где раньше у нас грибочки были, мы его просушили, это место открыли. Оно здесь проветривается хорошо, здесь все храним. Так, ну, мы собрали, видите, такой средний.
лук у нас есть. Слава богу. Ну вот бабушка наша, мама любит такой лук. Мы собираем. Так что лук тоже у нас есть в этом году. Но маловато. Раньше было как-то побольше. Так, чеснок собрали. Тоже неплохой. Здесь на терраске он сохнет у нас. Ну, тоже в этом году у нас как-то поменьше чеснока. Но я думаю, нам на зимний период хватит его. Ну, все будет нормально. Хватит нам. Готовим, конечно, чесночок. Часто используем. Ну, немножко свет такой потемнее, потому что терраса дает оттенок такого цвета. Ну, видно, да? Так, друзья, ну вот с таким мы урожаем на сегодняшний день, 20 числа июля. Орех у нас, конечно, в этом году, вы знаете, гигантский просто будет. Вот, посмотрите, какие орехи. Воды много, дожди были как бы обильные в этом году. И орехи у нас вот буквально до земли тут видно, да? Буквально до земли веточки склонились, и все в плодах. Вот такой год у нас, слава богу за все. Урожай идет у нас пока. Всем желаю тоже хороших урожаев. Всем, кто на земле трудится, всем, кто имеет участки дачные, всех, у кого есть домик с участком. И тем, кто мечтает еще иметь домик, желаю в этом успехов, чтобы мечты ваши сбывались. Всем всего доброго, всем хорошего дня. До свидания.